По указанию президента России Владимира Путина 28 марта официально объявлен днем траура в связи с трагедией в Кемерово. Известно, что в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Траур по погибшим в торговом центре был объявлен в Кемеровской области, а также в других регионах. Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Огонь начал распространяться на четвертом этаже здания, где находились детский развлекательный центр, зоопарк, каток и три зала кинотеатра. В одном из них оказалась заблокирована группа детей. Однако дни скорби начались по всей стране раньше, чем вышло официальное указание. В город, где случилась страшная трагедия, приехал глава государства Владимир Путин. Президент возложил цветы к стихийному мемориалу у торгового центра, посетил больницы пострадавших, а также встретился в здании судмедэкспертизы с родственниками и жителями Кемерово. Их он заверил в том, что все виновные в трагедии понесут наказание. Стоит принять к сведению, что траур объявлен в Кемерово на 3 дня. 28 марта кемеровчане простились с погибшими. Скорбят по жертвам страшной беды и жители других городов страны. Например, цветы и игрушки к специально оборудованному месту на площади Ленина крымчане стали приносить уже во вторник. В Сочи состоялся митинг, а в Ростове-на-Дону организовали сбор средств. Их перечислят на расчетный счет помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове. А в Казани возложили цветы и почтили память погибших сразу в двух местах города, в Ленинском садике вблизи Казанского федерального университета и у часов на улице Баумана. Студенческое и научное сообщество нашего города не осталось в стороне. Казанский федеральный университет организовал студенческое шествие и возложение цветов в Ленинском садике. Эта трагедия унесла жизни, даже не важно какого количества, она унесла жизни людей. И мне кажется, в таких ситуациях университетское сообщество никогда не должно оставаться в стороне. И многие события этому – это подтверждение. Передать то, насколько это сложно переживать, словами невозможно. Детская смерть – это действительно самое страшное, что может произойти, это горесть утраты свыше 40 детей на данный момент. Стоит принять к сведению, что в социальных сетях также проходит еще одна акция. Ее условия призывают отказаться уже в эту субботу от походов в торговые центры. Данная акция напомнит владельцам торговых центров о ценности человеческой жизни. Адель Шамилова, Рустем Садриев, Дмитрий Варламов, Универньюз.